На больной вид кажется, что они весят очень много. Но в основном вес составляет этих мейн-кунов около 5 кг, самцы от 5 до 9 кг, самки от 3 до 6. У них длинный костяк, хорошие мышцы и мощные лапы. И это заметно, когда мейн-кун еще котенок. Самый тяжелый кот мейн-кун в России, мейн-кун из Москвы Адам, весит он 13 кг, при росте 117 см. Мейн-куна часто бывают ласковыми за их добрый и подкладистый характер. Эти животные можно держать с другими домашними животными и даже к ребенку, и эти мейн-куны отличаются преданностью, как собаки. Но они не любят, когда их тискают и когда берут их на руки, если их начнут тискать, они могут убежать или укусить. Мейн-куны медленно взрослеют. Они созревают в год, а их рост заканчивается в 3 или 5 лет, и после этого возраста они продолжают шуметь, прыгать и проказничать. Чем они старше, тем они могут выше прыгать, они часто бывают очень любопытными. Многие думают, что эти коты не мяукают, а издают мелодию, потому что это особое строение голосовых связок, но это не так, они умеют издавать разные звуки, особенно любят орать по ночам, иногда они очень любят мяукать. Мейн-куны любят воду, играться с ней, особенно когда идет капля из крана, это все из-за густой влагоотталкивающей шерсти. Любят в ней купаться, но не всегда, и любят переворачивать миски с водой. Мейн-куны чем-то похожи на собак, и часто они выбирают одного хозяина и становятся преданными на всю жизнь, иногда выбирает больше или всю семью. Если двери закрыты, где сидит хозяин, то он царапает двери, и желательно держать двери открытыми. Эти котики любят, когда с ним кто-то рядом, если выйти в другую комнату, то он тут как тут. Они легко обучаемые новыми трюками, например, дай лапу, апорт и другие. Они хорошо следят за своей внешностью, но любят ходить в туалет куда попало, но редко. Они любят точить когти, и когтечёстка не часто помогает с этим, к счастью. У этих пород кошек считается грубый, суровый вид, бывают только два вида, это европейские и американские, они сильно отличаются друг от друга. Иногда бывает, что у этих котов 6 пальцев, вероятность 40%, это помогает им ходить по снегу. Средняя продолжительность жизни мейн-кунов 12 лет, из них 50% прожили больше, но рекорд по продолжительности жизни мейн-кунов это кот Радбл, 31 год. Спасибо за просмотр.